Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Давайте выполним упражнение номер 134 на странице 89. Произнесите любой гласный звук и проверьте, действительно ли он имеет такие признаки. Давайте сначала выясним, какие признаки имеет гласный звук. Отличие гласного звука от согласного. Гласный звук состоит только из голоса. При произнесении гласного звука воздух проходит через рот свободно, без преград. Гласный звук образует слог. Например, у-тя-та. Итак, давайте возьмем, допустим, гласный звук и и произнесем его. И действительно, этот гласный звук состоит только из голоса. При его произнесении воздух проходит через рот свободно, без преград. И он образует слог. Например, слово «ива». Здесь два слога «ива». Первый слог образован одной гласной буквой «и». Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях.